Там багато. Нас бомбят каждый день по 1000 раз на день. Мы отсюда не отходим никуда. Вообще не отходим. Вот, смотрите, вот тут снаряд упал у нас. Вот он, видишь ты? Угу. Вот он, упал снаряд тут. Поранили вот ту девочку нашу. Хлопца поранили, в больнице они были. Операцию, он только приехал сегодня из больницы. Он деревья побило, все. А куда ехать? Вот я поеду, куда? У меня тут квартира моя есть. Сына квартира, сестры моей квартира. Тещина квартира, теща померла тут. Я хожу, да, снаряд упал прямо между спальней, вот такой у меня спальня, ну, вагончик, прямо между ними снаряд упал. Это тещина квартира. Вон прилет был. Видите, вон яма. Вон, где он приземлился. И вот, ну, вот смотри, что тут делается. Видите? Вот и все окна, все повалили. Вон на втором этаже все пропало, блин. И не только этот дом. Вот этот дом, смотри, что делается тут тоже. А дальше там еще хуже. Тут вообще хуже, блин. Восемь человек осталось. Все равно люди не хотят отсюда уезжать. Ну куда? Это же наше. Мы здесь всю жизнь прожили, детей вырастили. Куда? Чтобы потом приехать и вообще даже стен не осталось. Куда возвращаться потом тогда? Вы знаете, я вот в городе недавно была, сегодня приехала. Правда, еле проехала сюда. Отсюда было легче выехать, чем заехать. В городе совсем другое дело. У меня такое было чувство, что мы здесь всегда живем последний день. Жить хочется, конечно. Да, вот наш. Вот пока меня не было, крышу снесло. В квартире потолки все повредились, ну все. Окна еще раз поразбивала, на лоджии все. В общем, я приехала, у меня уже и крыши нема ничего. Как все сказал, каким домом? Вот, вот, даже этот дом, сам больше. Привезла целлофан. Муж дозвонился, попросил, чтобы целлофан натянуть, хоть от дождя немножко, чтобы закрывало. А наши люди каждую минуту на волоске, жизнь наша. А я не могу, у меня внутри все умирает, когда я думаю про тех людей, что здесь живут. Поэтому я вернулась и буду здесь до конца. А здесь, конечно, варим такой, что... Колбаска, она легкая, побыстрее, чтобы на скорую руку. Первый зал. Здесь вот жильцы. Тут ребята спят. Это, здесь нас 4 человека, и там 4. Есть ноутбук, иногда включаем генератор, работает. Ну, можем зарядить и смотреть потом полтора часика. Ну, как, вы что, не слышите? Стреляют. Как-то обустроились, видите, полочку сделали, стол принесли из дому. У меня рядышком дом. Попала туда, снаряд попал, крыши вообще нет. Две квартиры сгорело в доме. Ну, моя пока целая. Ну, дожди уже течет. Я на первом этаже, уже течет. Война. Страшно, конечно, страшно. Ну, здесь мой дом. Все. Я не хочу никуда уезжать, потому что здесь мой дом. Я берегу дом, а дом бережет меня. Вот так и получается. Будем здесь ждать победу. У меня родичи далеко. Я туда добраться к ним не смогу. В общем, вот такие дела.
У нас там побито, очень много, процентов 80 разбито, и все, страшно ходить. Я говорю, а если бы ты не случайно зашла, тебя, говорю, убило, говорю, и все там. И дырки в стене, в ракушняке, кулак вот так вот свободно пролазит, на кухню попало тоже, шкаф разбило навесной, стекло висит, так часы и замерли на времени, без 15:02. И все, вот это ночью они клепали. И вот это все страх и ужас. Да мы тримаемся, ну как, ну мы надеемся, когда-то закончится будет, или перемирие будет, или как-то. Ну, невозможно уже, понимаете? Наши все мысли направлены на одно, чтобы отсюда выйти и прийти хоть в какой-то угол, в свою хату. А страшно, если вдруг выйдешь, а там ничего нету. Ничего нету, пусто. И тогда куда? Здесь зимой мы не выживем. Потому что если еще ждать хотя бы до месяца начнутся холода, октябрь, ноябрь, то все, капец. Мы не выдержим всего-навсего. И воду, не дай бог, перебьют там чуть-чуть. Она еле-еле капелькой течет, та вода. Потому что горючего немає. От там осталося чуть-чуть, грамулечка, там, не знаю, на місяць даже не хватит. У нас все 2 часа утром дають, 6 і до 10. І вечором 6 до 10. Все, потому що горючого нема. Перекачку треба откачувати, теж треба горюче. Генератор включать, потому що люди по домам живуть, вони то каналізацією пользуються. Это все йде на перекачку. Вода качається теж, там теж нужен бензин или соляра, я даже не знаю, чим вони заправляють. Если не буде генератор чим заправити, значить нас не буде ні води, ні світла. Все, як ми будемо? Свічки теж нам не привозять, хоча б свічок привезли нам, щоб ми могли от зажигати свічки. Хто міг, там поприносив з дому, а їх мало дуже. Фонарики заряджаємо, поки там 2 часа світ, утром і вечором, фонарик зарядили, наскільки його хватить. Тяжело очень так, і боїмося, що якщо не буде світа і води, як жити і куди їхати?